Посмотрите, как эта грымзюшка Рима запугала пацанов. Чукошка, ты мой сладенький Чук, бедненькие. Пацаны взрослые забежали, спрятались от этой косочки, да? Ничего, она, может, не такая плохая, обвыкнется. А вот скузенька, смотрите, вот он урчит. Урчит. Но вот с самого маленького детства, как он к нам попал, вот подносишь вот так вот руку, и он мне боится вот. И, но это не факт, что, например, его там били где-то по голове. Я заметила, что вот дикая кошечка, которая родила у нас под вагончиком, их, казалось бы, вот, ну, никто не трогал. Но они до такой степени трусишки, такие дикие. Хотя, вот я говорю, никто к ним, никаким рукоприкладством по отношению к ним не занимался, но, тем не менее, вот они все равно такие. Ну, Кузю, конечно, могли там. Кузя, у него есть легкие. Вот закрывает глаза, мне кажется, он боится, когда вот так вот подносишь руку. В голове. Вот так вот он с детства. Учимый сладкий, урчите, зиквысянур. Ой, ой, ну не стесняйся, ай, урчальник. Вот сейчас опять, смотрите, руку буду подносить, и он опять будет так шарахаться. Ты мой сладкий. Чук, чукошечка, ты мое солнышко. Это что у тебя тут на носике? Это Грымза тебя так ударила? А, испачканный, ну ничего. Как твоя ножка? Покажешь маме ножку? Да господи, выходить уже, я ее закрыла в той половине. Все, все, Чук. О, видели, да? О, посмотрите. Прям как будто его били прям по голове. Ты мое солнышко. Ну я вот говорю по практике, вот даже не факт. Ты мой сладкий. Почему я желатую? Почему я желатую? Желатую. Идите, идите, кушайте, идите. Что такое? Кузенька, кузя, кузя мой. Комары, блин, слетают средь бела дня, обнаглели. Смотрите, прямо на нос целится ему сесть. Чукушенька. Кузенька, все, я закрыла ее. Я Риму закрыла, можете выходить. Вон, посмотрите. О, Тори уже вышел, лег. А то тоже в клеточке прятался. Тут вышел, лег, лежит мой старичок, моя кот, мое зельничко. Вот, 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 вот такие цвета морской волны глазы у нас. И мурчать, кто за мозом урчать, да? Урчать мы мозом. Торечка. Ай, какие глазки красивые у нас. Ты мой сладенький. Ты мой сладенький. Ну все, отдыхайте. Все, мама Риму закрыла, пацаны. Власти. Ой, ой. Это грозные мужики. Практически богатыри. Богатыри по участку бегают. Богатыри. Плечи развернуты, хвосты подняты. А тут бедную бездомную кошечку испугались. Ой, позорон-то какой! И цвета, главное, одинаково, как будто братья. Ну, совсем не братья. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий.